Всем привет-привет, друзья мои хорошие! Отличное настроение. Гигосом поговорила с утра. Он такой у меня классный, сейчас вам покажу. А вот на завтрак сегодня я сделала буреки, сосиски, маслины и мед. А сейчас покажу гигоса. Приятного всем аппетита! Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Ну, а вот и мой красавчик. Мой красавчик гигос. Вы знаете, что мне одна подписчица, Ирочка, из Маниса. Если правильно сказала. Вечно у меня проблема в городах турецких, не запоминаю. Вот она мне прислала статью, как распознать, кто он у меня, мальчик или девочка. Вы знаете, что он у меня мальчик. Мальчик, мои хорошие. Я его сегодня поставила на кухню, пока пила кофе, и с ним разговаривала, поменяла ему вот все там. Мой муж, посмотрите, какашки вчера. Прицепил ему зеркало, сегодня пойдет купит настоящее. И вот он такой у меня хулиган, такой красавчик. Сказали, что лучше никого мне ему пару не покупать, потому что вот мой попугайчик, мой гигос, по-турецки его муж назвал Шансу. Вы знаете, что действительно с его прилетом в нашу семью у нас тьфу-тьфу-тьфу, Назар всем, чтобы не сглазить, у нас все хорошо. Да. И вот гигос мне много клиентов в мой бизнес послал, партнеров. Да, мой сладкий такой, холёсий, как же хочется тебе потрогать. Он любит, когда мама разговаривает с ним. Мама, 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 мама. Знаете, чем отличаются попугайчики? Пол отличить. Вот смотрите, вот у мальчиков носик, видите, на носике от синего цвета. А уж девочек красного, бурого, коричневого. Вот посмотрите, какой у меня мужичок. И вот ему, по-моему, больше 4 месяцев, потому что у молоденьких такие вот пушок, а у него уже такое вот оперение. Посмотрите, как он надулся. Ой, такой он у меня умный мальчик, умный. Вот Света будет с ним разговаривать, и он будет сколько разговаривать с нами. Вот я не знаю, блохи есть у него, потому что как его помыть вообще? Надо мыть его. Это надо посмотреть, что там у него. Что там у него, надо посмотреть. Блохи есть у них, надо какое-то что-то и лекарство. Вот интересно очень. Да, 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 надо узнать, да. Ну, в общем, вот так вот у нас настроение хорошее. А вот наш, как вот чистят улицы. Видите, такая машина специальная. И вот так чистят улицы. Вчера в парке дети гуляли до 12 часов, но это не удивительно, потому что здесь так происходит постоянно. Ну, а сегодня я никуда не собираюсь уходить после этих шопинга. У меня очень много дел собралось по бизнесу, буду работать, работать и работать. Почитала кое-какие комментарии, начну с них сразу отвечать негативщикам, хейтерам. Хейтеры мои дорогие, добро пожаловать на мой канал. Я так вас долго ждала, потому что я смотрю, что все жалуются, что вы давно их посещали. Наконец-то вы пришли ко мне. Пожалуйста, говорите, что вы хотите про меня. Сколько хотите, обвиняйте меня в незнании русского языка. Или смейтесь надо мной, над моей молодостью, над моей старостью, кому как угодно. Пожалуйста, добро пожаловать на мой канал. Вы что хотите делайте, вы мне настроение не испортите. Так что я вас, может, хотела сначала блокировать, пару этих и заблокировала, потом думаю, нет, не надо. Работайте, пишите, поднимайте мне рейтинг, спасибо вам большое. Ну, теперь и переходим к основной теме. Сегодня у меня очень интересный день, связанный, как я раньше говорила, с сюрпризом. Я накрылась так платочком, потому что, ну,
маечки такой, жарко, сами понимаете, хотя хотела сделать на голову, обязательно научу вас, обязательно. В этот раз не нашла палантины, у меня только вот таких два, понимаете, и белый еще есть, но он более-менее зимний, а я хочу что-нибудь такое цветное, прям под платье покажу вам, как и что, и сразу вы увидите, что и как. Вот видите, я не привела себе, не накрасилась, ничего, потому что я жду кое-кого. Я жду Эму, вы знаете, кто она такая, она уже мне один раз сделала для вас сюрприз в лице меня. Так вот, я сегодня сейчас прямо с утра встала, хотя легла в 6 часов, встала с утра, всю квартиру переубрала. Мы собрали с Сашкемом все ковры, и вызвали службу, и они забрали стирку. И вот это все перемыло я, полы, мебель, пыль, все. В общем, сейчас буду готовить завтрак Ашкему, потому что уже скоро 2 часа. Чай-то я давно заварила, и балконы убрала. Потом я вам все покажу, как я сделала немножко перестановку, с каждым днем все лучше и лучше. Ну что, друзья мои, буду готовить. А что же ему готовить, я даже не знаю. Что он будет кушать? Мне еще нужно ванну помыть. Ну, естественно, что на завтрак? Сыр, маслины. Я ему пожарю яйца с суджуком. Тут остались. Я не хочу кушать. А ему пожарю. Как раз 2 яйца есть. Яйца мы так много кушаем. И вы меня не видите. Проверяю свое устройство, классное. Вот остался такой суджук, яичко. И это хоть некоторые говорят, что на мою еду смотреть противно. Не смотрите, она очень вкусная, поверьте. Тем более дегустирует мой муж, а мой муж не врет. Вы сами знаете, какой он есть. Вот у него плохое настроение, покажет плохое. Хорошее, хорошее. Так что всех люблю, вас целую. Пошла я готовить завтрак. И до встречи. Будем ждать Эмочку. Как я устала. Девушка, надо отдохнуть. Все убрала, все блестит. Три часа работала, ничего, зато это не каждый день. Так что я сделала себе такую чалму, сделала, чтобы волосы не мешали. Сейчас немножко отдохну. А, Ашкин, привет. А я не хочу ничего. Чайку сейчас попью, кофе. Так, друзья мои, вот посмотрите, кто пришел. Эмочка пришла. Вы видите сейчас меня? В каком я ужасном виде. Вот смотрите, что со мной сделает Эма. Не переключайтесь, ждите. Друзья мои, вот так я выгляжу на полэтапа. Мне волосы осветлили. Подстриглись, сейчас будет тонировать. Ждите, не переключайтесь. Что есть? Я. Да. Ну, как здорово! Какой височек. Ну-ка. Вообще. Магнящая. Женщина-красотка. Это я еще без макияжа. И без бровей. Бровей. Да. Брови исчезли. Можешь пока не снимать еще на тебя. Уже в готовом виде. Ага. А ты какая все замечаешь, что я снимаю. Я уже включила. Я тебя боюсь уже. Я тебя боюсь. А потом знаешь, что хочу? Вот так же буду... И вот эту вот длинную челку я все мечтаю вот до этих пор. Да, она будет отрастать и вот так сюда вниз. И как раз ты сейчас и срезала мне вот эти обожженные, правильно? Ашки в шоколаде. Ашкам сегодня будет без ужина. Как я вам? Брежнев. Всем привет, друзья мои. И с вами я, Светлана Ата. И вот мой результат. Как я вам?
А также забыла представить моего гигосика. Вот такая вот я стала. Как вы думаете, что вы скажете? Пишите свои комментарии и мнения, подошел ли мне мой такой стиль. Я решила изменить свою прическу, сделать немножко и видоизменить ее. Посмотрите, сбрила затылок. Сбрила свои баки, как называют их. И вот такая я сейчас. Вот мы сидим с моим гигосом и общаемся. Я его учу словами «Ашкым! Хороший!» Он пока еще никак не реагирует. Вчера не могла я вам ничего показать, потому что я вчера очень сильно устала. Эмма меня красила 2 раза, красила мои брови. Потом у меня был ужин, закончила где-то в 9. Я очень была уставшая, я вообще вчера даже не кушала, пока я приготовила ужин моему Ашкыму. И у меня были встречи по скайпу, партнерки, и мне было уже не до съемок, я была никакая. И вот сегодня я еще помыла голову и вот решила показаться и вам. Дело в том, что Эмма сначала меня осветлила. Ну, она это каждую минуту наблюдала за переменой цвета. И потом она, значит, меня тонировала. И вот сказала, что вот этот вот немножко сделала холодный цвет, и это со временем смоется, будет нормальный цвет. Но пока так. Через месяц, может, что-то придумает другое. Ну, покажусь вам поближе, как я выгляжу сейчас, нравится вам или нет. Сидим так хорошо на балкончике, тишина. Сегодня запрет, до 3 часов идут государственные экзамены, поэтому никому нельзя выходить на улицу. И тишина и в парке, и на улице опять пришла тишина. Еще завтра, воскресенье, будет до 6 вечера, кажется, запрет выхода, ограничения. И вот мы сидим с гигосем, с ним общаемся. Теперь мне есть с кем поговорить, с моим мальчиком. Он кусает у меня хорошо, какает. Какает, писает, все откусит. Сейчас я ему водичку поменяю. Да, мой мальчик? Да, мой мальчик? Да, мой мальчик, мой хороший мальчик. И в зеркало он смотрит, и Света с ним разговаривает. Да, 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 да. Ашкым, 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 скажи Ашкым. Ну как, друзья мои, как мой новый образ? Коротко, но ничего, вырасту, зато у меня уже какой-то стиль есть. Я, знаете, что мама моя была в шоке сначала вчера, говорит, так коротко, здесь брила, но вот мне захотелось попробовать и такого, у меня в жизни такого не было прически. Ну что, пошла я сейчас заниматься своими делами, не знаю, чем буду заниматься, но мне уже лучше и с тобой лучше. Вчера нога очень сильно болела, потому что я была целый день на ногах, упиралась, я ждала вот Эму. И вот мы с ней весь вечер провели на балконе, в моей комнате она делала, и вот так вот прошел наш день. Ну что, буду заканчивать, пока. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.